Сводка от Министерства обороны Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР рассказал о ситуации на передовой. На своей странице в Фейсбуке Дмитрий Ярош заявил, что мощный взрыв в Донецке 8 февраля 2015 года является результатом выдающейся работы украинских артиллеристов. По его словам, точным артиллерийским обстрелом было уничтожено 20 РСЗО БМ-21 «Град», 30 автомобилей и 200 человек личного состава народного ополчения. Вот теперь, как вы можете посмотреть на экран, здесь не видно полностью, но ракета упала далеко от строений. Подтверждая еще о том, что здесь уничтожена какая-то техника, есть фрагменты человеческих тел, я не знаю, ну что-либо, этого ничего нет. А это при таком количестве всегда должно быть. Даже если захотеть убрать, это невозможно сделать. Даже крови не видно. На данный момент нам пока не удалось представить вам фрагменты этой ракеты, потому что в тот момент, когда следственная группа работала там, был минометный обстрел и не удалось. Но я обещаю, что мы все сделаем, что завтра вы увидели фрагменты этой ракеты, и весь мир увидел, как украинская власть хочет мира на этой земле.